Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Тень Колосса. У нас осталось два колосса. Сегодня мы будем убивать предпоследнего. С каждым разом их все сложнее найти. С каждым разом их все сложнее убить. Но последний бой был, наверное, самым крутым. Из всех, что встречались в этой игре, мы дрались с бронированным. То ли быком, то ли волком. Что-то среднее. Там была очень интересная тактика его убийства. Пришлось помучиться. Но помучиться не тупо тягомотно, а именно вот что-то там с выдумкой такое. Давайте посмотрим, что ждет нас сегодня. Следующий враг. Гигант, который пал в долине. Он действует как стражник уничтоженного города. Круто, чё. Гигант. Давно у нас по-настоящему гигантов не было. То змеи воздушные, то небольшие, крутые, но именно маленькие зверушки. Так, лошадь. Иди сюда. Вы посмотрите просто на размер лошади и на размер главного героя. Он вроде как взрослый мужик уже, но... То ли лошадь такая, то ли он, я не знаю, какой-нибудь хоббит. Так, сегодня у нас не это. Сегодня у нас вот такая штуковина. Если бы лошадь остановилась, мне было, конечно, полегче. Это, похоже, последний колосс. Он похож на человека. Так, ну ладно, давайте выдвигаться. Скоро наша возлюбленная, похоже, обретет жизнь. И почему-то мне кажется, что сделает она это ценой жизни нашего главного героя. Потому что он все больше и больше. Такое ощущение, что поглощает его эта темная энергия. Куда-то туда. Там еще, не так сказать, чтобы много было. Там мы убили троих колоссов. Трех. И я даже не знаю. Ну, видимо, как-то вот так, что ли. Давайте обскачем, потому что там какой-то подъем, скорее всего, мы не сможем там подняться. Слишком круто. Лошадь, скачи. Скачи, лошадь. Что с тобой сегодня не так? Ну, куда-то туда. Ой, тихо. Капец, там просто провал. Так, ну если мы скачем сюда, то мы... давайте остановимся. Лошадь, стой. Нам, знаете, нам скорее не отсюда даже надо. Нам нужно, видите, там какая-то горная гряда, и по ней такой, типа, прохода. Так, лошадь, что-то наделала опять. Я заметил, кстати, по комментариям, что люди, которые, ну, другие делали летсплей на эту игру, все дали какое-либо имя этой лошади. Либо использовали оригинальное, то ли Агра, то ли Авра зовут, то ли Абро. Только я тупо называю ее лошадь. Это, по-моему, странно. Шо, давайте будем надеяться, что путь, который я выбрал, будет правильным. Потому что если нет, то нам придется обратно столько скакать. Что это, да, просто кошмар. Ой, лошадь, ты стукнулась головой об скалу. Как ты могла? Нет, у меня ощущение, что этот уже был, но я не помню. Вроде как... Вроде как... не знаю, скакали все равно. По-моему, здесь летающая была, нет? То есть птица.
колосс. Так, хорошо. Это явно не то место. Где же еще тут может быть? Хоть свет был бы, блин, вот эта игра, она все-таки настолько недружелюбна к игроку. Даже не посмотришь, пока назад не вернешься, правильно ли ты скакал. У меня сейчас два варианта. Либо мне нужно переплыть это озеро, и таким образом там найти что-то новое, хотя я сомневаюсь. Либо скакать куда-то дальше. Но прежде мне придется выйти на солнечный свет. В общем, похоже, мы куда-то не туда все-таки скакали, да? Блин, лошадь, ну. Да, тут тупик. Вниз падать нежелательно. Так, похоже, мы сейчас поскачем по той дороге, по которой шли к водяному. И оттуда как-то, не знаю, поскакали. Что-то у меня в горле застряло. В общем, найти колоссов. Я представляю, как последнего тяжело будет найти. Пока что найти колоссов — это настоящий геморрой. Да, блин, лошадь скачит уже по дороге. Тоскох. Знаете, временами просто охота вот взять и убить ее. Хотя я лошадей люблю, как правило. Ну, лошадь, ну иди ты вперед, пожалуйста, ну. Ох. Поэтому я не хочу давать ей никакого имени. Она тупо лошадь. Так. Скачи, пожалуйста, скачи. Прикольный храм такой, конечно. Ничего в игре вообще, вообще ничего не объясняется. Ни сюжет, ни лор, ни что произошло, ни что происходит. Никто главный герой, никто это его возлюбленная, никто эти колоссы, кто эти люди, которые там скачут. Никакого сюжета. И потом народ мне говорит, что в этой игре офигительный, очень проработанный сюжет. Возможно, где-то там в Википедии он и проработанный, в игре его нет. Да. Так, ну, я не знаю, давайте смотреть, что ли, как, что. Видимо, все-таки отсюда. Скачем к водяному. Там внизу я не думаю, что что-то будет. Там просто озеро большое. Так, вот эта дорога. Вообще ненавижу эту дорогу, потому что она ведет в самую запутанную часть карты, по-моему. Так, вот сейчас мне нужно сюда, что ли? Да, вот в этом лесу я постоянно путаюсь. Кстати говоря, народ спрашивал, что будет, если вернуться на место, где ты уже дрался, откуда вот бьет столб света. Ничего не будет. Там просто будет лежать мертвый колосс. И все. Можно будет переиграть битву еще раз. Так, хорошо. Тут, я думаю, нужно будет слезть с лошади и попытаться как-то на своих двоих, потому что она вот в таких вот узких помещениях просто не оп... О-о-о-о. Прикольно. Просто неуправляемо. Отлично просто. Первый раз я упал куда-то не туда. Так, я надеюсь, я не очень далеко окажусь. Что за проблема найти колосса? Так, я хочу пропустить это все. По крайней мере, знаем, куда примерно сейчас идти. Так, лошадь. Давай пойдем. Не подводи меня больше. Так, ну ладно, продолжаем. Игра называется «Найди иголку в стоге сена». Здесь сложнее найти колосса, чем убить колосса, насколько я успел заметить в последнее время.
Последних колоссов 5 где-то уже. Но тем не менее, вот мы нашли место более-менее похоже на то, что нам нужно. Это совсем где-то на севере. Так. Да, похоже куда-то сюда. Так, лошадь мы с собой брать не будем, потому что в таких закрытых узких помещениях на ней скакать это вообще кошмар будет. Ну, тем более тут он закрыто. Все, прощай, лошадь. И что за мертвый разрушенный город? Ну, архитектура такая, надо сказать. Эпичная. Не, в такие моменты игра все больше и больше напоминает Dark Souls, Demon Souls. Блин, я подумал, пропасть. Ну ладно, прикольно. Помпезное все такое. Хорошо, ну вот, похоже, и оно. Похоже на большую арену, но самого титана пока не видать. Колосса. Ой, пардон. Сейчас, я думаю, вылезет. Вот там, смотри, подъем какой-то еще. Только не дотянусь. Так, ну хорошо, где ты? Титанище. Ну, нашли. Что-то чувствуется мне, что это будет... Да, большой парень. Офигеть. Хорошо, надо валить. Самая главная тактика пока. Не, надо валить, по-любому. Что-то мне совсем не нравится его настрой. Где-то здесь, я думаю, можно подняться наверх, но... Я пока не вижу, где. Ох, блин, как он близко уже. Я достаю. Так, тихо. Тут он не пройдет. Да похоже. Давайте осмотрим его. На нем куча мест, по которым можно лазить. Но забраться с ног я на него точно не смогу, потому что у него там железные калоши. Так, тут я нигде не достаю. Хм, что же делать? Ну, он такой вот, большие колоссы, насколько я заметил, они внимания на нас особо не обращают, как вша какая-то. Маленькие-то они пытаются нас убить всеми способами, жмут в углу там, прессуют. Но на этом и непонятно, что делать пока. Может, с него забраться наверх. Мне просто кажется, что нужно забраться на одну из этих штук. И как-то, возможно, на него спрыгнуть. Так, здесь вообще пропасть, да? Ну да. Надо по его
мечу этому попробовать подняться. Это глупо, конечно, и опасно. Так, камера, прекрати. А, вот, смотри, может сейчас по ноге? Я что-то не заметил, честно говоря. Опасный паренек такой. Вот, типа того, да-да-да, молодец. Отлично. Это было прикольно. Чё, потерял? Нормально. Хорошо. Что дальше? Опять какая-то замануха, похоже. Что-то мне кажется, что стоять здесь это не очень хорошая идея. Ой, замах пошел. Подожди. Япона мать. О. Так, что произошло? Ничего? Давайте мы встанем вот тут и маленько потреплем его на спине, что ли, еще. Да блин, куда-то ушел-то, ну. В сердце ему. Да, тупо привлечь его внимание уже большая проблема. Бей, бей, ударь. Хорошо. Так, подожди, нет, не сюда. Тут подъем. Тихо, паренек. Да, блин, не падай. Сейчас надо по-быстрому будет на него прыгнуть, потому что иначе это будет опять очень надолго все. В общем, у него то ли две, то ли три точки, куда надо бить. За один раз вполне возможно не получится. Не факт, что мы даже с первого раза запрыгнем. Потому что, блин, ну посмотрите на эту дуру. Лучше, по-моему, чтобы он нас не видел. А нет, он уже бьет. На самого-то не падает, нет? Во, 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 хороший момент. Оп, зашел. Осталось только удержаться. Тихо, что это было только что? А, не падай. Блин, смотри, как бесится. Я вообще реально ударить, нет?
Да. Давай хоть по чуть-чуть, что ли? Да, какой буйный попался. Пошел процесс. Лучше куда-нибудь на плечо заберусь пока, чтобы отдышаться. Так, все, попустило, нет? Нет. Да, шатать что надо. Да, что-то я совсем выдохся. Долго восполняется все. О, офигеть, как это произошло. Ни секунды не дает удара. Такое ощущение, что учиться нужно в прыжке, а в прыжке промахнуться очень легко. О, вошло чуть-чуть. Давай. А, в один прекрасный день ты перестанешь крутить головой. Я верю в это. Это же невозможно. Не, ну сразу видно, что игра японская. Они там извращенцы все, просто до одного, по-моему. О, это особый почерк такой садо-мазо. Пей ты уже его, но... Все? Нет, не все. Да, так мы, похоже, долго будем куролесить. Я маленько отдышусь. Ты только не упади еще раз, а то это будет вообще уже свинство просто. Да, началось в колхозе утро. Давай. Короче, пойдем сюда пока. Сейчас он успокоится, мы в прыжке ему бошку вколотим, этот меч. Нет, не вколотим. Так, ладно, спокойно. Воткни, воткни, воткни. Ну что ж ты... Ай, блин, как ты мне надоел. Это ужас какой-то. Самый отстойный колосс в игре. Хотя нет, водяной самый отстойный. Воткни. Ну вот смотрите, ни секунды не дает напрячься. Да даже половина секунды не дает. Я все время шатаюсь. Да япона мать. Так, ну что ты там, подуспокоился, нет? Да нет, какой там, смотри, теперь меня отсюда хочет стряхнуть. О, хорошо. Куда-то не туда только вошло, ну ладно. Ох, сейчас опять начинаются эти дикие скачки. Ну, давай. О, мучи. Мне нравится, когда тебе больно. Потому что у меня уже страшная боль от тебя. Полчаса. Ну да, сейчас ничего не будет давать сделать, как обычно. Да, ползи ты уже куда-нибудь. Ну да. Интересно, зачем остальные точки, если с этой неплохо все снимается, она никуда не исчезает.
Так, все. Попустил у тебя, психопат. Ой, главный герой вот чисто как по-японски, как я не знаю, как баба, просто вот этот вот. Кто бы ему... я не знаю, он меня бесит уже просто. Я 40 где-то минут, наверное, втыкаю в этого босса. Игра, ты сурова ко мне. Ну смотри, ну почти сделал же, да? Давай. По чуть-чуть, лучше так. Сейчас воткнем по полной программе. Ну, так, пора валить. Маленько отдышаться. Где-то вот тут вот. Только не падай, пожалуйста. Советчики, как обычно. Блин, эти подсказки вообще отключить нужно. Они постоянно говорят очевидные вещи. Тихо, тихо, только не упади. Все, сейчас я, похоже, свалюсь опять. Давай, держись. Держись, братюня. Приходи все. Что ж ты так долго дышишь-то? Давай, замри пока. Какой он, скотина, все-таки бугай. Он просто идет, меня уже шатать начинает. Так, все, отдышали. Сейчас нужно по-новому пробовать что-то с ним сделать. Ну, то есть понятно, что с ним нужно делать. Он просто не дает этого сделать. Так, камера, повернись, без тебя тошно. Так. Почему, когда я просто стою на месте, меня бешено скидывает назад? Не, ну честно скажу, это просто мучение. Игра вообще никакого удовольствия не дает. Ты тупо дрочево, и играть неинтересно. Это кошмар. С другой стороны, половина колоссов здесь очень крутые. Но вот то, что происходит сейчас, мне... Нет. Тупо нет. Ну, руби ты его, ну... Сейчас опять башкой полчаса вертать будет. Даже по чуть-чуть не дает ударить. Ну, наконец-то хоть куда-то вошло. Так, надо отступить, потому что... А может, другие точки бить полегче? Потому что я так понимаю, что я смогу все жизни у нее снести. Или нет, она как раз потухла у него. Или не потухла. Так, сейчас отдышимся, полезем куда-то пониже. Если он нас не скинет, конечно. Странными какими-то багованными методами. Да, блин, ты уже просто заманал. Так, и как мне по тебе спуститься? Подожди, правая же рука, по-моему, или левая? Ох, это капец какой-то. Ну давай, ну.
Так, ну, тряси. Он по руке вроде по праву можно спуститься, и там, скорее всего, у него что-то будет. Да, он на локте. Ах, твою мать. Ах, так, хорошо. Так, ну-ка. Рука, успокойся. Главная проблема этого босса то, что он тупо слишком много шевелится. Так, ну давай уже, ну последний раз. Ну хватит, что ты делаешь своей рукой? Ты как этот прям, ну такой. А, прекрати, слушай, не надо, больно. Сдох. Я рад, что ты умер. Ты убил 2 часа моей реальной жизни на себя. Ты был самым скучным, неинтересным и гадским боссом в этой игре. Если бы я не делал прохождение для канала, на тебе бы я игру забросил и всем бы говорил, что она, да, интересная, там, необычная, но говно. И никому бы ее не советовал. Но так как я прохожу ее для канала, мы добьем игру до конца. Фу, мне нужно маленько отдохнуть от этой игры, потому что тратить по 2 часа на одного колосса, при том, что знаешь, что делать, просто очень неудобно это все делается. Эх, это не круто. Короче говоря, увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.